Давай. Опа, красиво. Слушай, а может быть мы должны подняться вот на эту штуку и сверху в него выстрелить? О! Это кто? Кто выстрелил в нас? Ну-ка, вот так, хорошо. Красиво, красиво. Прям тактично было, тактично, ребята, улетел кораблик. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и это Drive Ahead! Всем привет, дорогие друзья! И у нас продолжается серия испытаний карт Hot Wheels! Конечно, конечно! И по традиции мы открываем какой-нибудь сундучок, и у нас здесь выпадает серебряный, и машинка новая, тачка! Робобайк! Вот такой у нас не было, ребята! Круто, отлично! Ну что ж, мы сегодня продолжим проходить Hot Wheels испытания. И у нас здесь колеса повелителя, сбей корабль предводителя инопланетян. Вот это да, посмотрим. Что же это будет, ребята? Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, те, кто еще не подписан. А также поделитесь этим видео с своими друзьями. А мы тем временем отправляемся в бой. Да, ребята, отправляемся в бой. У нас здесь танк. И, оу, вот он корабль, ты смотри как, а? А как его сбить, интересно? А я не знаю. Надо стрелять в него, наверное. Ох, ты ж, смотри, результат ноль. Да, по всей видимости, может, в него и вправду нужно стрелять, так у нас, видишь? Так, я даже не знаю, мы даже до него никак не дотянемся. Опа. Бам. Так, ой, как же в него выстрелить-то? Смотри, он лазером. О! Жесткий корабль. Ничего себе, у нас результат 2. Стреляй в корабль пришельцев. Ничего себе, ребята, заданец-то у нас, ого-го. Ой, хорошо, вот, попали. Попали, смотри, он сразу улетел. Он улетел. Ой, и мы улетаем тоже куда-то. Ой, а что, мы сбили уже его или где он? Я не знаю, нет, еще раз вот он прилетел. Ага, то есть нужно аккуратненько сейчас как-то... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, результат 4, ребята, не знаю, почему результат 4. А мы 4 голов разбили. Да, вот так вот, ну-ка, вверх и стреляем. Хорошо, разочек попали, он улетает. Да, супер. И оп, ой-ой-ой. Аккуратненько, да, мне не очень нравится этот супертанк. Надо малышей раздавливать. Так, подлетаем. Ай-яй-яй, не выстрелили. Ну-ка. Ай, промахнулись немножечко. Давай. Да, но перевернулись, ребята. 7, результат 7, неплохой, светится тогда же, да? Ну да, вроде как не бодренько. Так, давай вот так вот. И раз, и не попали немножко. А, попали, но разбились, ребятки. Надо в него целиться. Жалко, дулом нельзя водить, да? Да, вот согласен, это, конечно, так. Сложная задача. Нужно подлетать не, наверх. Вот так, Ай-яй-яй-яй. Будет стрелять. И нужно как-то сейчас выстрелить в него. Ай, как. Да ладно, прям четко в голову лазера вот попал. Вот это да, ребятки. Ну, надо стрелять. Интересное задание, таких еще не было. Так, да. Нацелимся. И... Ах, нет, промахнулись. Нужно назад, а то он сейчас... Аккуратно, не заваливаться, не заваливайся. Здесь, да, здесь коровки бегают. Ой-ой-ой-ой. Так. Ой, что-то мы подбрасываем все своим дулом. Отлично. Даже в маленьких попадаем, они чуть нас не добили только что. Чутка. Ой-ой-ой-ой-ой, как эта корова приземлилась прямо нам на голову. Корова приземлилась, ребята, а мы нацеливаемся и... Ай-яй-яй-яй, ударились в него. Ну-ка, хорошо. Попали, хорошо. Спасибо, корова, хоть чем-то нам помогла. Спасибо, да, очень помогла. Так, а что мы делаем-то? А мы пытаемся продумать тактику атаки. Ага. Оу! А вот он не ушел. А как так? Мы вроде в него прям попали, да? И... Да, ребята, а сколько раз, интересно, в него попасть-то нужно? Мне кажется, раза 3-4 точно. Ай-яй-яй, слушай, а как он не выстрелил-то так? Я думал, он сразу выстрелит. Да, можно было бы еще контролировать выстрел. Да, да, выстрел, то есть момент, да, бы, выстрела. Да, хотя бы нажать на кнопочку на какую-нибудь. Ой, как мы тут разнесли всех, ребят. Даблки! Ты смотри, мы в воздухе попали в него, а с ним ничего не произошло. Ну вот так вот. Да ну, прям в пипку вот в эту воткнулись. Прям в пипку попали. Ну-ка, вот так, хорошо. Красиво было. Прям тактично было, ребята, улетел кораблик. Так, теперь малышей нужно... Да ладно, ну что ж такое, как же он к нам так подлетел? Подкрался незаметно. Не было бы хотя бы вот этих вот маленьких назойливых... Да, вот смотри, как он так вот опять на нас, опять упал на нас. Ребята, опять какие-то непосильные задания здесь. А чем мы, наверное, сейчас вперед не поехали?
Так, 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 так. Целимся, попали, хорошо. Отлично. Эх, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты смотри, из-за выстрела нас откинуло назад. Отбросило просто. И прямо на корову. Опа, ты видел, мы коровой выстрелили в него. Да, но... Оу, отрикошетило, ты видел? Классно, классно было. Так. Ой-ой, смотри на голову, чтобы не приземлился. Да-да-да-да-да, смотрю-смотрю. Опа, страйк выбили. Так-так-так-так, вот этих маленьких добиваем. Ой, как хорошо, ребята, хорошо или плохо, я не знаю. Но, тем не менее, мы стреляем и попадаем в корабль, и он улетает. Отлично, и даже не перевернулись пока что. Ах, ай, как тяжело. Ай, как тяжело. Да что ж такое? Ладно, корова ты какая корова. Слушай, очень сложно, сколько раз в него попасть-то надо? Раз попали. Ну мы хорошо. Как минимум два попадали, да, по-моему, максимум? Да, два, да, три раза попадали. Три попадали. Три раза, значит, четыре точно надо попасть. Или пять даже. Так. Ребят, пишите в комментариях, сколько нужно-то попасть в него, потому что пока что мы не прошли, не справились. Два раза попали сейчас. Хорошо. Ай-яй-яй, коровы летают, коровы маленькие летают. Так, сейчас он вернется скоро. Вернется, но нас убивает. Да ладно, ну их очень много появляется, тяжело. Да, специально прям делают так, чтобы было тяжело. Раз, прям мощно подлетаем и дамажим в этого пришельничного корабля. Было бы хотя бы где-нибудь очки, да, или жизни его шкала, чтобы понимать, сколько осталось-то. Давай, опа, красиво. Слушай, а может быть мы должны подняться вот на эту штуку и сверху в него выстрелить? Это кто? Кто выстрелил в нас? Может это наш отрикошетил? Наш отрикошетил в нас, это прям эпично, ребята. Бах! Хорошо, мы прям наловчились. По крайней мере, один выстрел мы точно делаем на изи. На изи прям, да, с самого начала, ребятки. Так, даже уже немножко научились расправляться с этими малышами. Так, ай-яй-яй, сальто было. О, сальто, эпичное сальто. О, слушай, а в него попало что-то сверху, и он ушел. Представляешь, как да? Что-то стреляет в него, да? Не только мы. А, может, это рикошет от нашего? Может, это наши какие-то наши там... Наши пульки? Опа. Появился опять. Сальто очередное. Сальто, но я думаю, что он сейчас будет нас дамажить. Ай-яй-яй, разбились об корабль пришельцев. 13 результат, ты представляешь? Уже 13. Вот это да. Так, ребятки, мы все боремся с кораблем пришельцев. Бам! Ай-яй-яй, промахнулись. Да как же так, да? Прям вроде должен был выстрелить. И нет. Всех разбиваем, всех бьем. Бам! Попали все. Красиво, красиво. Смотри, наши патроны еще отлетают вот от этих вот. Они рикошетят вот от этих штук, которые нас подбрасывают, кстати говоря. Да, это хорошо. Так, вот он, вот он, вот он, вот он. Давай, да! Отлично, отлично, попали, ребята. И вот здесь, кстати говоря, неплохую мы сделали зону, где все подлетают, и они не так рьяно... Тихо! Ой, ну, здесь невозможно было увернуться. Да, ребята, вот такие вот нелегкие задания ставит перед нами игра. Отлично. Начало мне нравится. Так, отлично. Главное вот по этим всем ездить. Вроде мы и на танке, но такие мы уязвимые, ребятки. Очень уязвимые. Ничего с этим не поделаешь. Ай-яй-яй, хотел выстрелить, а там эта корова. Да, корова попалась. Корова прям под выстрел попалась. Ну да, хороший удар, хороший залп. Опа-на, получил по голове. Малышик тут ныряет. Опа! Сальто хочется сделать. Вот здесь опасно, они прям все столкнулись в одном месте. Ну, ай-яй-яй, ты представляешь, балансировал и... Ай-яй-яй, опять промахнулся. Да не выбалансировал. Ох, ты смотри, как подлетела корова. Не прям неприглядненько. Так. Коровий ты. Да, ребятки. Ну, интересно, мне нравится, кстати говоря, необычная игра. Согласен, знаете, вот даже несмотря на то, что мы сейчас проигрываем, очень бодро и весело, необычно да, для драйв-айкида. Нужно, да, нужно стрелять, какое-то хоть целевое задание выполнять, и не просто разбивать машинки. Ай-яй-яй, да что ж такое, только я хотел бы приноровиться и улететь от них, а они тут как тут. Ну-ка. Прямо об край. Чистанулись. Об край тарелки, ребята. Так, давай поднимемся и выстрелим. Да, а, хорошо, есть. По краешку задели. А, что? Оу! Ну-ка. Оу! Где мы? В корабль улетели. В корабль? Слушай, а где эта штука? Она вниз смотрит, ты представляешь? Она перевернулась. А прикинь, если сесть на корабль. Может, нужно реально сесть на корабль? Так, стреляем в корабль. Ай, промахнулись! Ай-яй-яй-яй, ребят. И корова делает нам хэд-хит. Сколько раз надо в него попасть? Ой, не вырулили. Хорошо. Вырулили.
Хорошо. Все-таки, однако. Ой, подбили коровы еще с выстрелом. Подбили, супер выстрел был, ребята. Так, ой-ой-ой-ой, как же на голову-то ненавязчиво приземлился гонщик какой-то. Ой. Опа, что-то не туда. Что-то не туда выстрелили. Опять не туда. Ах ты, как, смотри, он прям летел в нас. Прям прицельно. Прицельно, ребята. Ну-ка, поднимаемся. Давай. Ну, да, да, попали. Хорошо. Слушай, так не, эта пушка стреляет как-то рандомно. И вообще... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, в воздухе, коровка. Фух. Не так. Удалось корове нас выцепить. О. Так, мы, надеюсь, не совсем далеко улетели-то. Да, да, ребята, попали. Второй отлично, раз. Отлично, отлично. Второй раз попали? Да, второй раз. Где пришельцы, летите к нам. Сейчас вот он тебе на голову и прилетит. Вот. Так, сейчас будет третий. Ах, ай, ты смотри, да какой, ладно. А, был хороший. Слушай, залп. Ну, да ладно! Есть! Мы сбили корабль инопланетян, ребята! Мы сделали это! Вот так вот, это прекрасное завершение этого видео. Я знал, что мы справимся. Ребята, с вас лайк, подписка на канал, те, кто еще не подписаны. И до новых встреч в новых видео. С вами была команда Detol. Всем пока, ребятки! Пока!